Я работаю врачом на станции неотложной врачебной помощи, кстати, он так и называется. И работаю я обычно в ночное время, то есть я дежурный ночной врач. Для чего он нужен? Для оказания первой помощи, которую возможно оказать на догоспитальном этапе. Вчера произошел интересный случай, которым мне хотелось бы с вами поделиться, потому что это о многом говорит о арабском менталитете и вообще об их отношении к современной доказательной медицине, а точнее, полное отсутствие отношения к ней. Было 11 часов вечера, я уже думала, все, меня ждет спокойное дежурство. Как тут в наши двери вошел молодой мужчина, который, прихрамывая, оставлял за собой кровавые следы. При детальном осмотре выяснилось, что у него очень серьезная травма большого пальца ноги. Видно, что что-то тяжелое упало. Как оказалось, он работал дома, в саду, и на него упал тяжелый бетонный блок, что полностью размозжил большой палец, не оставив от него ничего существенного. Когда я начала обрабатывать рану, выяснилось, что инцидент произошел днем ранее. И это повергло абсолютно всех в шок, потому что как при такой болезненной травме, когда полностью практически размозжила и убила большой палец ноги, человек еще мог целые сутки ходить и на что-то рассчитывать. Что его остановило обратиться к врачу ранее? И тут он сказал то, что все просто упали. Оказывается, его мама попросила: ничего не бойся, помажь оливковым маслом, и все пройдет. Конечно, оливковое масло, оно обладает очень хорошими свойствами, однако надо помнить, что ему не все под силу.